Всем привет! Хочу сегодня показать вам свои цветочки, которые расцвели. Это дендробия нобили. Смотрите, какие замечательные у него цветочки. Они такие белоснежные и с сиреневой каемочкой. Очень красиво, мне так нравится. Раньше как-то мне нравились только одни фаленопсисы, но потом потихоньку мне уже начали нравиться и дендробия нобили, и дендробия фаленопсис, дендрофаленопсис, и камбрии, и катлеи, вот, которые я последние покупала на виночке. Вот мне начали такие сорта цветов нравиться. И еще мне очень нравится башмачок, но пока его у меня нету. А вот, посмотрите, какая красота. Вот, и наконец-то он выдал мне новый ростик. Я уже думала, когда же он мне даст новый ростик. Но при этом я раз в неделю, последний месяц, опрыскивала чем-то эпином и разводила на литр воды, там 1 грамм эпина и что-то циркона. Вот, после этого он мне выдал новый ростик. И вот такая вот красота. Посмотрите, какой он большой, высокий, благородный, красивый. Очень-очень большой цветок. Очень у него огромный куст. Очень огромный у него куст. Я думаю его омолодить. Но очень хочу, чтобы он мне дал детку, как я уже и раньше говорила. Но очень-очень красивые цветы. Очень красивые. И еще одна у меня покупочка. Это пришла посылочка, которую мы сейчас с вами и откроем. Посмотрим, как же она была запакована и в каком состоянии находится цветок. Вот, было запаковано в картон. Теперь приделан скотчем утеплитель. И снизу еще бумага. И все это степлером скреплено. Так, распакуем тоже дальше. Так, и вот цветочек. Еще матненько каждый листочек в корневая система. Еще туалетную бумагу. И вот он, красавчик. Корневая система вроде бы нормальная по виду, по внешнему очень много корней. Это мы более подробно увидим, когда я буду ее пересаживать. Вроде бы букашек на первый взгляд я не вижу никаких. А сам цветок с двумя цветоносами. Стволы такие очень большие, если на моем вот этом отвойнике там стволик от цветоноса. Эти здесь такие плотные, крупные, хотя бы, ну, ожидает моя такое, что цветы будут крупные, но цветы не крупные. Цветы не крупные. Когда они только распускаются, естественно, они поярче, потом они чуть-чуть потускнеют. Но цветы, что этот цветок, он в раз, наверное, больше, чем вот этот. Такой большой, шикарный цветочек. Ну, цвет такой насыщенный. Следующий, конечно, что орхидейки я буду. Я вообще переживала зимний заказ, потому что он может переморозиться. Но пока сильных морозов нету, но и смотрю, что вроде бы никаких обмороженных листиков я не наблюдаю. То есть дошла она, в принципе, хорошо. Но впоследствии потом, конечно, на зиму я не буду заказывать, потому что очень уже переживаю за то, что они подморозятся. Вот, потом лучше по весне закажу. Посмотрите, какой цветонос, цветок. Сросся с лепесток с губой. Видите? Если я вот так, то этого сросся. Только что заметила. А вот так что все в порядке, зашел хорошо. А что еще можно сказать?
конечно, впоследствии буду заказывать уже не такие цветы, потому что у меня уже таких цветов, наверное, штуки три. Я хотела более черный, такой насыщенный, вот черный цветов с пятнышками белыми. У меня еще таких нету. Либо с желтыми серединами, бордовыми пятнами, либо с пятнами. Очень мне нравится. Либо в полосочку. Ну, что-то такое вот. Но пока таких я видела, но как-то вот не решалась. Это было тоже по скидке, поэтому взяла опять такой. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.